Сотрудничество возможно, даже несмотря на то, что мы относимся к разным политическим блокам. Цитата экс-президента Республики Хорватия Стипе Месича, которая прозвучала на бизнес-форуме во время его выступления, красноречиво говорит о необходимости налаживания деловых отношений в экономической жизни двух государств. Впервые на базе Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты в рамках совместного форума у представителей бизнес-кругов Хорватии и Беларуси появилась возможность познакомиться с потенциалом каждой из сторон, а также обсудить перспективы и векторы взаимного сотрудничества. Мы приехали сюда для того, чтобы представители бизнеса познакомились друг с другом и узнали возможности каждой из сторон. Это позволит организовать более качественное сотрудничество, тем более, что потенциал есть как у белорусских, так и хорватских бизнес-кругов. Большой интерес у хорватской стороны вызывают такие отрасли белорусской экономики, как машиностроение, сельское хозяйство, текстильная и фармацевтическая промышленность, а также туристический бизнес. Обменяться опытом с нашими производителями, а также получить возможность инвестировать и создавать совместные проекты. Вот первостепенные задачи, которые ставят перед собой участники форума. Сегодня бизнес ищет ситуацию, вот прям рецессии, которая происходит, ищет новые рынки и производство, и сбыта и так далее. Я думаю, что у нас действительно есть хорошая перспектива работы с Хорватией. Полагаю, что сегодняшний форум – это первый шаг. Полагаю, что мы в ближайшее время, наверное, будем тоже формировать группу наших бизнесменов, руководителей предприятий для поездки в Хорватию и журналистов. Представители белорусской стороны познакомили хорватских гостей с практическими возможностями применения электронных биржевых площадок Белорусской универсальной товарной биржи. Также были озвучены нюансы правовых аспектов создания предприятий с иностранными инвестициями и тонкости единого таможенного оформления. Кульминационным моментом деловой встречи стало подписание договора о сотрудничестве между свободными экономическими зонами Брест и хорватского города Вараджина. Безусловно, Белорусско-экономический форум войдет в историю Бреста как первый шаг бизнес-сотрудничества Беларуси и Хорватии.